Заходим на сайт биржи Binance, переходим во вкладку «Регистрация», указываем электронную почту, придумываем пароль и нажимаем «Создать аккаунт». Проходим легенькую капчу, и теперь нас просят пройти начальную верификацию с помощью своего email-адреса. На ваш почтовый ящик придет код подтверждения, который нужно ввести в это поле. На этом этапе, если вы все сделали правильно, я могу вас поздравить, вы уже являетесь обладателем аккаунта на бирже Binance. Теперь нам нужно перейти в панель управления и пройти проверку безопасности для увеличения этой самой безопасности вашего аккаунта. Я выберу подтверждение с помощью Google аутентификатора. Вы же можете выбрать подтверждение с помощью телефона, а лучше включить и то, и то. Устанавливаем приложение из App Store или Google Play и с его помощью сканируем QR-код. Записываем в блокнотик резервный ключ от Google аутентификатора, с помощью которого вы сможете восстановить к нему доступ. Далее нажимаем «Отправить код», получаем письмо, указываем код и вставляем код из приложения Google и нажимаем «Отправить». Готово! Теперь при авторизации на бирже вы будете вводить код из Google приложения, что в лучшую сторону скажется на безопасности вашего аккаунта. Так, на бирже зарегистрировались, безопасность усилили. Теперь желательно пройти верификацию. Она снимет ограничения на вывод средств из биржи, откроет доступ для участия в промо-акциях и даст возможность пополнять свой депозит через P2P. В личном кабинете вашего аккаунта Binance переходим во вкладку «Безопасность», «Подтвердить» и выбираем «Верификация». Выбираем страну проживания. Указываем имя и фамилию. Дату рождения. Адрес проживания и город. Нажимаем «Отправить». Теперь нужно выбрать тип документа, который мы готовы предоставить бирже для подтверждения нашей личности. Например, я выбрал водительское удостоверение. Загружаем четкую фотографию или отсканированное изображение ваших документов и нажимаем «Продолжить». Проходим проверку лица. И после успешного выполнения всех требований, наша заявка на верификацию отправлена. На ее подтверждение может потребоваться от нескольких часов до 7 дней. Теперь давайте поговорим о том, как можно получить бонусную криптовалюту на свой кошелек. Binance частенько проводит акции для новых пользователей, в которых вы сможете получить бонусную криптовалюту. Для того, чтобы узнать, какой конкурс в данный момент проводит биржа, вам нужно зайти на главную страницу, нажать «Подробнее» и изучить список активных мероприятий. Вот, например, проходит торговый конкурс REF. Чтобы получить награду для новых пользователей, нужно в заданный период наторговать этим токеном объем 50 тысяч REF и более. То есть вы купили 50 монеток, продали 50, и у вас уже наторговано 100 токенов. Такие конкурсы помогут вам освоиться на бирже и получить за это приятный бонус. В следующих видео я расскажу, как безопасно пополнить свой счет на бирже Binance, как купить криптовалюту и много других интересных, а главное полезных вещей, которые помогут вам освоиться в мире криптовалют. Спасибо за просмотр!